Евросоюз допустил передачу Украине ракет класса «Земля-Земля». Об этом говорится в заявлении, принятом на саммите в Брюсселе, где лидеры 27 стран окончательно утвердили отправку в течение 12 месяцев 1 миллиона артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ. Стало известно о готовящемся 11-м пакете санкций против России. По словам Урсулы фон дер Ляйен, он будет направлен на закрытие лазеек, которые позволяют обходить существующие ограничения. Председатель Еврокомиссии также объявила об организации конференции по поиску вывезенных в Россию украинских детей. There's one topic that is especially important to me, that is the case of abducted Ukrainian children. It is a horrible reminder of the darkest times of our history, what's happening there, to deport children. This is a war crime. По утверждению украинских властей, более 16 тысяч несовершеннолетних были принудительно перемещены в соседнее государство. Лишь 300 из них удалось вернуть домой. Именно подозрения в организации депортации детей-сирот и оставшихся без родительской опеки с целью смены их гражданского статуса и так называемого перевоспитания стали поводом для выдачи ордера на арест российского президента и детского омбудсмена.